Урал, Кронштадт, Михаил Фрунзе. В гости на Ульяновские берега на комфортабельных теплоходах приплыли туристы из Казани, Самары, Москвы, Нижнего Новгорода. Ведь холодная майская погода не повод откладывать отдых. Только за последние дни к пристани Речпорта причалило 5 кораблей, на борту которых находилось 850 пассажиров. Мы уже почти 20 лет, на следующий год будет, как принимаем круизные суда в Ульяновске. Последние 2 года у нас идет увеличение захода круизных судов практически в 2 раза. Если в прошлом году мы приняли 128 кораблей, в этом году уже 136 заявок, и мы ожидаем еще увеличения. Прибывших туристов ждала насыщенная 3-часовая экскурсионная программа. Вместе с гидами гости прогулялись по центру города, осмотрели его окрестности и памятники архитектуры. Также заглянули в музей на улице Ленина и Спасской. Традиционно это здание музеев «Симбирское купечество», дом-музея Владимира Ильича Ленина и «Симбирская классическая гимназия». В последние туристов провели по старинному учебному заведению, дали почувствовать атмосферу того времени. Гости посидели за партами, полистали учебники по программам гимназического курса. Я вспомнила свое детство, когда нас учили писать такими ручками, и испытываю сейчас настоящее счастье. Спасибо вам за такую возможность. В этом сезоне ульяновские туроператоры ожидают большой наплыв гостей из разных регионов страны. Речной порт готов к приему гостей. Ожидается прибытие более 130 круизных лайнеров. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.